Семейные чтения, совместные с родителями праздники и игры. Все это с углубленным изучением традиций русского народа и его истоков. На это направлена программа духовно-нравственного воспитания детского сада номер 14, которая называется «Дорогой добра». И основная вот цель этой программы – это создание единого образовательного пространства для формирования духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста, формировать представление у них, как о будущих гражданах России, которые будут продолжателями вот этих всех культурных наследий нашего российского общества. Программа реализуется в детском саду с 2014 года. За это время у педагогов накопился значительный опыт в образовательной сфере и при взаимодействии с социальными партнерами проекта – Саровским благочением, православной гимназией, детской библиотекой. В рамках программы реализуется несколько проектов. Такой проект, как «Ступени профессионального роста» и «Педагогические гостиные», они, главной целью, это повысить компетентность педагогов по данному направлению. По отзывам вот проведенных мероприятий, всем они очень нравятся. Здесь мы знакомимся с какими-то новыми технологиями, делятся педагоги своим богатым опытом работы. В центре программы «Дорога добра» стоят, конечно, дети. С ними на занятиях и во время игр воспитатели изучают традиции страны, народа, семьи. Уделяют большое внимание патриотическому и нравственному воспитанию не только детей, но и родителей через совместные игры и праздники. Особенно им нравится, когда идет совместно с детьми. Здесь они уже видят, как работают детки, чему они научились. Они общаются вместе, вместе работают, вместе выполняют какие-то задания. И детям нравится, и родителям нравится. Программа развития «Дорога добра» реализуется в детском саду около 10 лет. В этом году педагогический коллектив учреждения представил свой проект на конкурсе «За нравственный подвиг учителя» и стал победителем в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». Награждение участников состоится в сентябре в Нижнем Новгороде в рамках рождественских чтений Нижегородской митрополии. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.